Всего на вечер Шымкент превратился в казахстанскую столицу юмора. Темы для шуток, как выяснилось, у юмористов из Узбекистана, Казахстана и Японии одинаковые. Взаимоотношения людей – мужчины, женщины, родителей, детей, гостей и хозяев дома. Окей, кампи, бумай. Я очень рад, что приехал сюда. Меня радушно встретили, публика благодарная. Выступать в этой стране – одно удовольствие. Присматривался к казахстанским юмористам и известный сатирик России. Евгений Петросян – почетный гость фестиваля. Рядом с ним юмором наслаждались и акимы города, и области. Аскар Мырзахметов, к слову, с такого приятного времяпровождения входит в рабочий ритм после отпуска. Главный шымкентский юморист Берик Турсунбеков уверен, с чувством юмора у жителей южного города все в порядке. И наш город давно можно назвать кузницей казахстанских сатириков. Мы приезжаем сюда с радостью. 70% юмора появляется в Шымкенте. Мы покажем на суд зрителя шутки о гостях. Надеемся, что они придутся по душе шымкентцам. Сделать такой фестиваль традиционным планируют его организаторы. Ведь самая главная цель, которую ставили перед собой юмористы, уже достигнута. Смеялись все.